любим мы активный отдых. Вот нет, чтобы полежать где-нибудь. Нет, вот мы решили подняться на гору Сусактау. Вот хлебом не корми, дай подняться куда-нибудь. Идем! Обалдеть, какие красивые луга! Семейство влюблено в Башкирию. Роб говорит, буду в Башкирии жить. Вот так. Мы, говорит, на потухшем вулкане. Фу, ну что, пошли, спортсмен. Это я обожаю эту спортсменку. Три шага. Я не знаю, что это. Так, середины горы. Это только середина горы. Картатай, вон какой маленький-маленький. Ой, какое небо. Да вот, внимание, пожалуйста, человек максимально не устал. Спортсмены. Спортсмены. Сдаются. Еще вот столечко идти. Чуть-чуть, но... О, я уезжаю вниз. Ну что, погнали. Погнали. Все. Мать драконов. Я уже дракон сама. Лезет за яйцом дракона наверх. А, пожалуйста, развернитесь на секундочку. Одна небольшая фотография. Вон скалолазы быстрее всех забрались. Это тоже вулкан, потому что он стоит отдельно. Вулканологи мои. Но вид здесь потрясающий. Просто место невероятное. Такое смешное это семейство. На бабочек они вон залипают. Красота. Ну, снизу кажется, что так. Слегка, но на самом деле тяжелая атлетика.